алкогольном опьянении, либо употребляющем. Как вы думаете, что сотрудник полиции может относительно к вам применить? На примерах из жизни инспектор по делам несовершеннолетних Софья Савичева показывает школьникам, как работает правовая система в нашем городе и в стране. Рассказывает ребятам про их права и обязанности, а также про ответственность за свои поступки. Буквально после Миши Пивнева нам была прислана вот такая вот стопка. Вот чисто наших ребят по вашим школам, которые размещают у себя на странице оружие, наркотики. То есть вот что-то вообще взаимосвязанное с данной темой. Ученики второй школы, в свою очередь, расспрашивают сотрудника полиции про вождение без прав, ложные сообщения о заложенных бомбах и запрете вейпинга в общественных местах, в том числе в школе. Всего правовой урок в библиотеке филиале номер 2 посетило более 20 восьмиклассников.